Всем привет! Сегодня у нас утро задалось. Я был вот такого вот лиса, лису даже. Под данное сезона я на них охотюсь по бобровой путевке. На бобра у нас разрешено с карабином охотиться. И попутно разрешено стрелять. Отстрел этих нежелательных видов. Тут осталась буквально неделя до закрытия сезона. И вот она попалась. Уже несколько раз я здесь пытался изловить. Очень осторожно, здесь трава везде в этом поле. Очень быстро уходит траву и все, до свидания, не видно. Вот сейчас вот шел поверху здесь, заметил между веток. Вот это вот ее белая. И она пошла. Я кое-как по-быстрому кинул треногу, прицелился. Попал не очень хорошо, где-то по животу. Почему не очень хорошо, там сейчас будет видно на видео. Ну так главное, что добыл эту лису. Она сейчас вот здесь, вот на этом же поле. Это вот то поле, на котором каждый год брикетом ловим бекасов. Здесь открываемся, здесь оно все затопляется. Вот даже сейчас так и там. И сейчас прямо вот тут все затоплено дальше. Здесь они выводятся, эти бекасы. Здесь и утки, и бекасы, здесь канавы. Короче, птичий рай. А вот это вот лисичка, я думаю, их конкретно здесь повредила бы. Вредитель изъят. Есть шанс, что здесь будут бекасы в этом году. Будем брикетом охотиться. Все, сейчас смотрите, как это было. Лис он. И съемку отключил. Я вот через деревья увидел белый этот его грудину. Есть. Как этот телефон задолбал? Постоянно в самый неподходящий момент. Да, все хорошо. Блин, живой. Thank you.
Готов или нет? Вроде все. Все, по-моему, готов. Попался. Блин, этот телефон, когда я включил этот звук? Постоянно звонят в самый неподходящий момент. Уже второй листок. Врубаем звук. Так, теперь мне надо как-то туда добраться и не потерять его из виду. Вон там. Так, так, так. Так, так, так. Цеплик далеко в машине, поэтому буду искать так. Вот там, да? Так, мне нужен ориентир. Это не подходит. Так, где-то вот здесь. Вот эта вот береза наклоненная. Так. Что тут еще из такого есть? Идем по березе вот этой. Буду по этой березе ориентироваться. Так, ты много моя. Много хорошая. Перехода нигде. Перехода не видать. Тут я не перейду, надо вон туда идти. Ну там, я знаю, есть переход. Так, ладно, по вот этой наклоненной березе. Где-то он вот здесь. Попался все-таки уже на обратном пути. Лис. Заметил через эти кусты. Он стал как раз тем белым своим в эту сторону. Ну, попал, конечно. Не очень хорошо ему сразу там. Он уже уходил. Оставались последние там. И дальше кусты вообще негде было пристроиться. Чё-то телефон, ё-моё, второй раз уже такая хрень. Вот он и переходик. Мне вон туда идти. Пока я тут никого не вижу. Может, он пошел? Вроде ж не шел. Тут что ли? Попробуй найди в поле лиса. Вот, надо брик. За бриком ехать, чтобы лиса найти. Потому что он вот по краю так шел. Вон что-то. Рыжая. Или трава, или лис. С белым лис. А, есть. А то я уже засомневался.
Он что-то поднялся, потом я видел, упал. Кто его знает, может, он прыгнулся и пошел. Вот он, лис. Он хоть готов. Еще доходит. Пойду какую палку найду. Может, он уже дойдет, пока я приду. Хочется надеяться, что уже дошел. Процесс добивания я, конечно, снимать не буду. Может, дошел, да не надо добивать уже. Надо. Вот сила. Вроде да. Хватило одного раза. Палка серьезная. Где-то вот тут ему прилетело. Вот он тут покувыркался, встал, упал. А я стрелял вон где этот корч. Чуть левее от него и оттуда, с той стороны. Еще б немного, вот он бы туда зашел. И все, конец кино, лиса не вижу. Я тут еще и телефон. Сейчас все собираю. У меня чехол, тут у него палка-доставалка. На случай бобра, вот она. Специальный чехол прикупил такой. Легенький. Потому что тут с карабиной его ж не потягаешь. Здоровенный, мягкий. А вот тренога. А вот на треноге, как я ее ношу, вот такая вот штука у меня есть. Хоп, чтобы не таскать постоянно в руках. Тренога слаживается. Вот здесь она защелкивается для переноски. Оп, это нога сюда. Оп, вот такая. Вот это я одеваю через голову. Ну вот здесь вот такую штучку пришил таким вот колечком. Ничего, нам надо снять треногу, вот она, хоп, снялась. Назад, щелк. Вот сейчас также я его нес, лиса увидел. Вот эту штуку снял, треногу поставил. Хлоп, а он уже был и так на краю. И руки постоянно свободны. Так, сейчас надо Игорю позвонить, надо ему лис или нет. Устав. Заяц, заяц поднялся. Во-во-во, споддох. А я шел прямо на него. Я ж иду еще разговариваю. О, пошел. Вот здесь я как раз в июне, вот именно на этом поле, охочусь на бекаса. А по осени здесь утка. Они здесь и выводятся, и живут. Вот, глядишь, сколько-то выводков спасу этим лисам. А с завтрашнего дня мы уже с брикетом будем открывать охоту на селезня и вальшнепа. Вон там бедолага уже совсем соскучил, аж подвывает, как выхожу. Но до сих пор еще холодно было, снег у нас лежал. А сейчас вот резко такая весна настала, красота. То, что надо. Я тут, когда я был, позавчера, наверное, еще на бобра, вальшнеп уже тянет. И так и неплохо тянет. Селезни тоже везде, вижу, есть. Поэтому завтра начнем новую охоту.